Если вы встретите свою настоящую любовь, то она от вас никуда не денется, ни через неделю, ни через месяц, ни через год. Если во что-то вовлечена женщина, я знаю, что все будет хорошо. Мне совершенно ясно, что женщины правят миром. Если я буду выступать одна против 48, мне будет жаль этих 48. Если дружба закончилась, значит, ее и не было. Подозрительность всегда преследует тех, чья совесть отягощена виной. Забавно, правда, женщины, которые рядом, о них ты не думаешь. Зато ты не можешь забыть тех женщин, которых ты потерял или которых еще не имел. Ум может беспокоить меня и даже сделать меня больным. Но когда я смог связать его с моим сердцем, он сразу стал моим ценным союзником. Видеть на экране всякое дерьмо стало столь привычным, что люди перестали отдавать себе отчет в том, что смотрят одно дерьмо. Человеческий дух не созрел еще для того, чтобы управляющие делали то, что должны делать, а управляемые – то, что хотят. Нельзя спать с мужчиной и брать у него деньги, не пытаясь хоть чуть-чуть поверить в то, что любишь его. Взламывая стереотипы, вы открываете запертые двери. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее уже не ждешь. Человеческой натуре свойственно обвинять кого угодно, только не себя. Мы считаем разум очень важной штукой только потому, что им обладаем. Друг всем, ничей друг. То, что нельзя исправить, не следует и оплакивать. Бенджамин Франклин. Все почести этого мира не стоят одного хорошего друга. Лев и лань могут вместе лечь спать, но лань не выспится. Никто еще не заблудился, следуя своему внутреннему голосу. Идеалист – это тот, кто помогает разбогатеть другим. Когда книга сталкивается с головою, и при этом раздается глухой пустой звук, разве всегда виновата книга? Папа всегда говорил, что о людях можно судить по тому, как они обращаются с секретарями и официантами. Оставайся в настоящем. Ты ничего не можешь изменить в прошлом, а будущее никогда не будет приходить к тебе в точности таким, каким ты его представлял или ожидал увидеть.
Леность есть дурной учитель. Чем больше привычек, тем меньше свободы. Поднимаясь в гору, не бей под ноги тем, кого обойдешь по пути. Ты их еще встретишь, когда будешь спускаться. Быть могущественной – это как быть настоящей леди. Если вам приходится напоминать людям, что вы ею являетесь, вы ею не являетесь точно. Из всех существ, которые были созданы, человек – самое отвратительное. Из всех живущих на Земле – ему одному свойственна злоба, самый низменный из всех инстинктов, пороков, самый мерзкий. Человек – единственное на свете существо, способное причинять боль просто так, без оснований, сознавая, что он ее причиняет. О, женщина, кто ложь твою измерит! Тот весь песок просеет и сочтет. Будь проклят тот, кто женщине поверит. И трижды проклят тот, кто женщину поймет. Любой сын, воспитанный матерью-одиночкой, в каком-то смысле родился женатым. Я не уверен, но похоже, пока мама твоя не умрет, любая другая женщина в твоей жизни может стать только сторонней любовницей. Способность думать, подобно игре на скрипке или рояле, требует ежедневной практики. Несчастье для меня – это быть в толпе. Быть в толпе людей и слушать их разговоры. От этого можно сойти с ума. Эти разговоры – разговоры умалишенных. Даже собаки говорят лучше. Раньше я делал так. Я опускал шторы и не отвечал ни на звонки, ни на стуки в дверь примерно неделю. Я не вставал с постели, ничего не делал, никого не видел. Это очень помогает. Религия – важный предмет в женских школах. Она, как бы на нее ни смотреть, есть надежнейшая гарантия для матерей и мужей. Школа должна научить девушку верить, а не думать. Успех заставляет людей ненавидеть тебя. Как бы я хотела, чтобы такого со мной никогда не произошло. Было бы прекрасно наслаждаться успехом, не видя злость в глазах тех, кто окружает тебя. Не цель достигается с помощью денег, а деньги приходят на пути к цели. Любовь – история в жизни женщины и эпизод в жизни мужчины. Все мы мечтаем о каком-то волшебном саде роз, который находится за горизонтом, вместо того, чтобы наслаждаться розами, которые цветут прямо за нашим окном. Насилие – последнее прибежище некомпетентности. Друг – это одна душа, живущая в двух телах. Настоящий трагизм жизни заключается в том,
что старыми становятся слишком рано, а мудрыми слишком поздно. Все, что становится обыденным, мало ценится. Люди делятся на плохих и хороших. Хорошие спят лучше, зато плохие, похоже, получают больше удовольствия в часы, свободные ото сна. Ничто не пахнет так отвратительно, как подпорченная праведность. Каждый, кто перестает учиться, стареет, неважно, в 20 или 80 лет, а любой другой, кто продолжает учиться, остается молодым. Самое главное в жизни – это сохранить мозг молодым. Красивые птицы поют хуже других. То же относится к людям. В вычурном стиле не стоит искать глубокую мысль.